Минус 50 градусов по Цельсию. На берегу одной из самых красивых рек в мире расположился город Якутск. Столица самого крупного региона России, самый древний город на северо-востоке нашей страны. Якутск – современный город, который удивляет гостей республики красотой и неповторимостью. В нашем городе находятся, пожалуй, одни из самых удивительных и интересных музеев в мире. Единственный в своем роде музей мамонта имени Петра Алексеевича Лазарева с уникальной коллекцией. Музей Института мерзлотоведения, занимающийся изучением вечной мерзлоты. Музей и центр хамуса народов мира. Более чем с 2000 объектами экспозиции. Но не только музеями богат Якутск. В нашем городе проживают представители 126 народов. Конечно же, больше всего здесь представителей якутского и русского народов. Символом их дружбы служит памятник выдающемуся русскому землепроходцу казаку Семену Дежневу, его жене якутке Абакаяде Сючу и их сыну Любиму. Впервые Якутск участвовал в тотальном диктанте в 2013 году. За прошедшие 7 лет в якутский диктант написали свыше 8 тысяч жителей республики разных возрастов, специальностей, национальностей, объединенных девизом «Писать грамотно – это модно». Тотальный диктант стал значимым событием в жизни якутян, объединившим представителей разных слоев населения от 12 до 85 лет. У тотального диктанта в нашем городе есть настоящие поклонники, которые не только принимают участие в нем каждый год, но и являются живыми популяризаторами грамотности и хорошей русской речи. Якутск – город науки и студентов. Основной площадкой тотального диктанта выступает Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, для которого продвижение русского языка является объединяющим элементом в условиях полиэтничной, поликультурной языковой среды, а также одним из приоритетных направлений. В СВФУ бережно сохраняется уникальное наследие прошлого. Язык русских старожилов Якутии, в говорах которого сохранились архаические элементы, следы русского языка времен Ивана Грозного. Северо-Восточный федеральный университет в качестве основной площадки «Тотальный диктант 2021» предлагает пространство «Языковое многообразие в Республике Саха-Якутия», включающее экспозицию учебного музея русских старожильческих говоров Якутии, артефакты музея письменности СВФУ, блеск драгоценностей, музей минералогии, тайны прошлого человечества, музей мамонта. Сегодня тотальный диктант прочно обосновался в стенах СВФУ, который поддерживает и продвигает ценности диктанта в республике, расширяет связи проекта за рубежом, повышает практическую грамотность населения республики, усиливает экспертность. В городе Якутске живут представители 126 народов. И именно русский язык делает их одной большой, доброй, дружной семьей. Именно он делает народы нашей страны великой российской нацией. Город Якутск, самый холодный город на нашей планете, готов с удовольствием встретить тотальный диктант 2021 года.